просто, и мы, правда, больше некуда бежать. На земле уже бывали холокосты, только слова не успели подобрать. Вся Европа в ожидании пожара, безответно нет спасения нигде. А японский консул Симпа Сугихара, что ему до этих плачущих людей? Вот застыли они, будто и не дышат, там в окне не поднимая головы. Ах, как медленно он пишет, ах, как медленно он пишет, ах, как в сутках мало времени, увы. Это дело, а не подвиг и не вызов, 20 строк и 3 печати на листок. Консул только лишь выписывает визы на транзит в советский порт Владивосток. И когда уже листок проштемпелёван, он советует непрошенным гостям, как пароль, бонзай, ниппон, всего 2 слова, не забудьте их сказать моим властям. Солнце входит в красный круг над белым флагом, и надежда просыпается в глазах. Вот еще одна бумага, еще одна бумага, право выжить он не в силах отказать. Как пирог Литву и Польшу нарезаю, и в затылок дышит порохом война. Он выписывает визы на вокзале и бросает из вагонного окна. Он торопится, носильщики с вещами, и назад тихонько двинулся перрон. И кричат ему вдогонку на прощание эти самые слова «Бонзай, ниппон». Он познает из забвения и опалу, но скажите кто-нибудь со стороны, это много или мало, это много или мало, пара тысяч не увидевших войны.